Сегодня Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. К жителям республики обратился глава Карачаево-Черкесии Рашид Кимрезов. Выражаю свою глубокую признательность ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС за проявленный подвиг и самоотверженное служение во имя спасения жизни людей и предотвращения еще более тяжелых последствий. Среди этих героев были и наши земляки. Более 1200 жителей Карачаево-Черкесии достойно выполнили свой долг перед Родиной, рискуя здоровьем и жизнью в борьбе с невидимым врагом. Ваша самоотверженность навсегда останется в памяти народа. Сегодня в Черкеске на аллее чернобыльцев прошло памятное мероприятие. С каждым годом все меньше людей приходит к этому мемориальному сооружению, ликвидаторам техногенной катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Многих из тех, кто в 1986 году был направлен из Карачаево-Черкесии спасать без преувеличения всю Европу, уже нет в живых. Тем не менее, горожане и гости Черкеска каждый год посещают это место, чтобы отдать дань памяти своим товарищам, друзьям, родственникам, остановившим катастрофу ценой здоровья, а то и жизни. Хотел бы поблагодарить всех, кто сегодня пришел почтить память наших земляков. Около 300 жителей города Черкесска приняли участие в ликвидации одной из самых страшных техногенных катастроф. Если бы не подвиг наших товарищей, то сегодня на большей части Европы жить было бы невозможно. К сожалению, из 300 жителей наших большая часть сегодня нет с нами. Светлая память им.